Хочу вам показать вот такую вещицу. Вещица такая интересная. Это лазер. Можно использовать его как указку, можно играться, вот, взять поход, развлекать друзей. Сейчас я покажу, как это выглядит. На обратной стороне вы можете посмотреть, что для этого нужно. Две батарейки для того, чтобы светило все. Вот такая коробочка. А в коробочке лежит вот такая интересная штучка. Нажимать нужно на кнопочку. Крутить надо вот этот колпачок сверху, тогда меняется фигура. Давайте я сейчас погашу свет и покажу.